А что, если так? Нет, не то. Да, и еще. Вот теперь это настроение Брамс. То самое состояние, когда все еще впереди, на душе радостно, а вокруг светло. Они тезки. Оба вторые. Они почти ровесники. Между ними 4 благополучных года. У них одинаковый романтический характер. И какие похожие судьбы. Безоговорочное признание, громкие овации. Успех на протяжении вот уже 140 лет. Концерт для фортепиано с оркестром номер 2 и вторая симфония Йоганнеса Брамса – неразлучная пара сочинений, в которых живет настоящее счастье. Этой весной настроение Брамс охватывает не только Костромской губернский симфонический оркестр. На одной эмоциональной волне с нами – лауреат международного конкурса имени Чайковского, лауреат международного конкурса пианистов имени королевы Елизаветы, победитель знаменитого международного конкурса пианистов в Кливленде, заслуженный артист России Александр Гиндин. Послушайте его и нас, и настроение Брамс вас уже точно не покинет. Итак, 11 марта 2020 года в среду в 18:30 мы ждем вас в Большом зале Костромского губернского симфонического оркестра на Никитской, 96. Прозвучит программа «Настроение Брамс». Вы услышите второй фортепианный концерт и симфонию номер 2 Йоганнеса Брамса. На сцене Костромской губернский симфонический оркестр – солист, лауреат международных конкурсов, заслуженный артист России Александр Гиндин, фортепиано, Москва. Дирижер Павел Герштейн.